Entra. Там 2013 год. Конец сентября. Солнечно. Ну, слушай, с утра звук океана, это вообще бесполезно. То, что на тапке осталось? Нет, за этим камнем Знаменитый арка Сабо Самбука. По земле не дойдешь, только плыть надо. Поэтому круиз на закат. Мы уплываем. Давай, давай, один, это цифровой фотоаппарат, тыкай. Это арк. Вон арку фотографируем. I just said hi to my Ну, дома будем смотреть. Андрей, здесь батарейки мало. Фотографировал. Значит, выключаешь, линзу заворачивай назад, чтобы не ударить ее. Слушай, уже действительно закат. Быстро так. Да? Вон пеликан сидит. Где? Вот, прямо на скале. Да, я
доехали до нашего отеля наконец-то после нашего путешествия. С вечером в лобби. Como estás? Por qué? Мы взяли вместе коктейли. Я сижу на подоконнике. Марта Леонардян. Там виднеется бассейн. Ну, в общем, солнце село. Отель Фиеста Американо. Кабо Сан-Лукас, Мексика. Конец сентября. О, какой тут глубокий бассейн. Я сейчас как встану. Ох, хорошо. Что там есть в баре? В баре есть все. В баре. Надо напиться. Стоять. Я, пожалуй, уже пойду на берег. Как вам нравится в этом резорте? Ну, так себе. Что-то хорошо, что-то не очень. Ну, вообще нравится. Отдохнуть всегда хорошо. Сменить обстановку. Погода хорошая. Сейчас даже не жарко. Но до того, как мы приехали, неделю были дожди. На неделю дождей я здесь бы, наверное, не жила. Не очень хотела бы во время моего отдыха. Дети учатся плавать. Ну, не обо всех. This is how we roll. Не вылазь, Андрей. Хочешь проверить? I challenge you! Ну, подожди, пусть они подплывут поближе, папа снимет. Да. Очень красиво. На Гавайях мы видели только желтые эти полосы. А здесь вот эти тоненькие зеленые. Маленький айс. Да, для wildlife она теряется.